попробуйте. Да. Если детская, тогда обязательно надо все вместе, чтобы раскачаться, потому что я смотрю, у вас вчерашние все-таки лица. Хорошие лица. Сейчас шампанское сделаем. Про бегемотика. В одном зоопарке, не помню в каком, жил-был бегемотик по имени Вова. Дружил он с жирафом, слоном и коровой. Любил он купаться и есть эскимо. И только одно огорчало его, что был он малюсенький, ростиком с дыню. Мартышки-дурнушки, смеясь, говорили, что нет таких маленьких даже в кино. Ла-ба-да-бам, ла-ба-да-бам-ба-ба-дам. Ла-ба-да-бам, ла-ба-да-ба-да-ба-дам. Из ребрика плакал расстроенный Вова. Потом с табуретки подпрыгивал он. Хотел стать таким же огромным, как слон, или хотя бы таким, как корова. Но тут прилетел в зоопарк вертолет и громко сказал: где живет бегемот? Больших покатать не могу, извините, а маленьких можно, кто ростиком с дыню. Ла-ба-да-бам, ла-ба-да-ба-да-ба-дам. И долго кружился над городом Вова, увидел жирафа, слона и корову. Подумал Владимир, а издалека они все такие же точно, как я. Висит в зоопарке табличка отныне: живет бегемотик здесь ростиком с дыню. А если большого увидеть хотите, не бойтесь и ближе к нему подойдите. Ла-ба-да-бам, ла-ба-да-бам.